Любой город — это беспрестанно действующий механизм, заведенный с часа своего рождения и на всю жизнь. Горожанин только раз в году пользуется возможностью перевести дыхание, успокоить учащенный пульс деловых будней. А если появляется необходимость отвлечься, активно отдохнуть после рабочей недели, пускай и на короткое время? Что нужно сделать жителю большого города, чтобы в безостановочной борьбе с постоянным дефицитом времени не упустить смену времен года? Не квартальную, а ту, которую безвозмездно дарит нам сама природа. Достаточно собраться ранним утром у пригородных касс вокзала любого города, и вы станете участниками походов выходного дня, организованными туристско-экскурсионными организациями системы Центрального совета по туризму и экскурсиям. Более сотни маршрутов в месяц уходят по утрам в Подмосковье, а с ними те, кто любит лес, тишину, кого манит туристская тропа, тропа живого, непосредственного общения с природой. И возраст как самих туристов, так и руководителя не помеха на 20-километровых маршрутах. Он еще больше объединяет всех участников. Конечно, руководителю хлопот с такими путешественниками хватает. Но нет большей радости, чем увидеть, как обыкновенный горожанин буквально на глазах превращается в самого настоящего туриста. Совершенно правильно говорится и подтверждается на практике. Для туриста нет плохой погоды. Любое время года и любая погода хороши. Во всех проявлениях природы для желающих находятся свои прелести. В походе можно познакомиться с замечательными архитектурными памятниками старины и стать обладателями интереснейших сведений по истории родного края. Участники походов овладевают навыками ориентирования, учатся знать и любить окружающую природу, а самое главное, получают заряд жизнерадостности и здоровья. Видите, прошло не более 5 часов, и незнакомые ранее люди превратились в дружный коллектив. И можно с уверенностью сказать, что дружеские привязанности с каждым новым походом будут только крепнуть. В своих отношениях друг к другу люди становятся не только добрыми знакомыми, но и товарищами по отдыху, и с удовольствием встречают новичков, чтобы вместе выходить в походы выходного дня. Поход выходного дня – первая ступень туризма, дающая горожанам возможность подготовиться к будущим дальним и увлекательным путешествиям.